клуб для меня – это общение с мастером, с Мирзакарием Санаковичем. И теперь его мудрость я передаю и транслирую дальше. На клубе я смог понять, что идея про единство и про взаимопомощь, взаимовыручку. Безусловно, общение с кругом предпринимателей, которые хотят открыть в себе свои внутренние силы, о которых они раньше не подозревали. Люди, в котором заинтересованы в успехе друг друга. На клубе без проблем можно подойти к любому человеку, к бизнесмену любого уровня, задать интересующие тебя вопросы. Это люди, которые готовы советовать, готовы помогать, поддерживать. Получил те знания, по каким критериям создается семья. И пообщаться на любые темы, связанные с бизнесом, с семьей, с общением. Я очень счастлив, что я попал сюда, что мне выпала такая честь. Изнутри это клуб добрых людей.